Так, раз. Доброго здоровечка. И вам не хворать. Пожарная инспекция. А пожарные машины не наш профиль. А мы к вам не чиниться, а с проверочкой. Курите, курите. А, так мы не курим, бросили. Бросили? Ага. Давно? Так года два уже как бросили. Так иногда в рот вставляем, просто зажигаем. И все. А сами не курим, нет. Понятно. А нас не предупреждали, что будет проверка. А вас и не должны были предупреждать. Это внеплановая проверка. И уже первое нарушение. Курение на рабочем месте. Штраф 5000. Так мы же не курили. Это вообще жевательный табак. Вот, смотрите. Ну, допустим. Что-то не вижу знака. Курение запрещено. А знак обязан быть. Штраф 5000. Автоматическая система пожаротушения отсутствует. А должна быть обязательно. Штраф 10000. Да, командир, ты это, коней-то попридержи. Ящик с песком у вас там пустой. Ну, пару раз домой коту набрал. Может, не пару. Штраф 3000. Так, пожарная лопата отсутствует. Так я взял просто на дачу картошку покопать, то завтра принесу. Поздно, штраф 2000. Ведро конусное отсутствует, штраф 2000. Как это отсутствует? Вот, ведро конусное. Мы его просто под пепельницу переделал. Все-таки курение на рабочем месте. Штраф 5000. Дешевле было, когда его не было. Так, это что у вас? Вот это вот. Что, бензин? Бензин. А разрешение на работу с горюче-смазочными материалами, конечно, имеется. Но... А вот это уже, ребятушки, 20000. Ого! Да. Слушай, командир, а может, как-то договоримся? Давай мы тебе на твою пожарку бесплатно поставим газовую установку. А разрешение на работу с газом, я так понимаю, тоже имеется? Охрененно договорился. Еще 20000. Да ладно. Итого, так, 100000. Все штрафы. Кто у вас тут главный? Кондратий Кондратич. Зовите его, обрадуем. Опа! Опа-да! Осторожненько, ножки. Ребят, вы что делаете? Что вы делаете? Кондратич сказал, что дешевле спалить это СТО к чертовой матери, чем платить эти штрафы. Ребята, не надо. Не надо, пожалуйста. Может быть, мы как-то договоримся, а? А лицензия на договоримся есть у вас? Какая еще лицензия? О чем вы? Все понятно. Если нету, то вот вам факел в руки. Пожалуйста, что угодно сделаю, что угодно сделаю. Что угодно? Да. Ну, раз что угодно, тогда подпишите, пожалуйста, акт проверки, а? Сейчас. Да, конечно. Да, конечно. Вот так, вот. Хорошо. Все. Спасибо вам большое. Все? Да. Я могу идти? Идите. Так. Красавчик. Так и что, Кондратич правду сказал, СТО спалить? Нет, конечно. Сказал взять в кассе 10 тысяч и договориться. Ну, считай, что договорились. Предлагает отметить. Красавчик Ромчик. Вот ты голова, вот голова. Что? Ой, забыл. Идем на улицу.